Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Оксана. Оксана, скажите, пожалуйста, какого вы города? Я из города Новосибирска. Издалека вы прилетели, да? Да. Очень здорово, что Петербург объединяет. Да, я вообще очень люблю Питер. И такая чудесная возможность. Приятное с полезным совместить. Скажите, пожалуйста, впервые ли вы на конференции, которая организует магазин «Ромашка»? На конференции такого формата, да, я впервые, но я была на индивидуальном обучении у Марии Александровны, была под впечатлением, мне все очень понравилось, и когда Алексей предложил на конференцию такого формата, очень приятно. Я, конечно же, согласилась. Да, и приятно. Не разочаровалась, потому что прям превзошло все мои ожидания. Классно. Молодцы организаторам, прям. Спасибо вам. Лимит доверия получен. И я бы хотела узнать, есть ли у вас какие-то темы, которые не раскрыты, и вы хотели бы на следующих мероприятиях услышать? А, вы знаете, этот вопрос будет актуален, когда закончится эта трилогия, и тогда я смогу ответить. Угу. Пока работаем. Хорошо. На сколько дней вы приехали? Я на 4 дня. Будет очень много информации. Я вам очень надеюсь, что она усвоится и будет применена в практике. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.